В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается борьба с огнем. К тушению лесных пожаров привлечены 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 70 воздушных судов, в том числе военная авиация. Пламенем охвачена территория в более чем 3 миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии. Масштабы очень великие, да? Ну, велики. Также летели на вертолеты, наблюдали, какие территории. То есть жалко лес. В российском отделении Greenpeace заявляют, что тушить пожары надо было еще месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда – на дождь. Но в полыхающих регионах установилась сухая и ветреная погода. В НАСА сообщают, что дым от сибирских пожаров добрался до Аляски и до западного побережья Северной Америки. Эксперты заявляют о настоящей экологической катастрофе. На восстановление тайги уйдет больше века.